Так, начинаем разбор потихоньку. Начинаю с дверей. Как я говорил, вот у меня винтики, болтики даже, я бы сказал. Я их модифицировал, они уже откручивались. Ну, когда я их заменял, я их нагревал до красна в масло. Они вот почернели. Посмотрим, как они будут открываться, откручиваться. Вот у меня есть ударная отвертка, но я думаю, ей с нее пока не начинать. Возьму вот биту и обычным вот шуруповертом своим, то есть вот как-то так. В общем, вы поняли, да? Что болтики, когда меняете, ну, лучше вот так же делать. Как бы закаливать их. И тогда без проблем они откручиваются. Так, с этой понятной двери. Ну, вот с передней я посмотрел. У меня же экспортный вариант, типа с рубероидом. Вот, и тут, видимо, сделали антивандальные петли. Они все, то есть, высверлены, чтобы не снять их был. Придется их высверливать. Вот, а так, в принципе, вот чем я буду пользоваться. Вот начальный набор юного сантехника, автослесаря. То есть вот гайки крутить, трещотка, пневмо, чтобы... Ну, не люблю я руками все. Болгаркой боюсь. Есть у меня болгарка большая, но я боюсь ее. Там диск зажимает, разлетается. Поэтому вот у меня есть маленькая. Тут и диск потолще. И подлезть удобно. Это и вот сейчас сверлом буду высверливать. А так в основном я буду работать зубилом. Вот. Зубилом срезать буду железо и все. И потом уже высверливать. А гайки еще хорошо высверливать. Ну, не высверливать, а откручивать вот такой вот бабахой на 900 ньютонов. Ну, написано 900, но вряд ли. То есть обычный переходник берем под головку на 6. Вот, и ту же биту ставим, и все, и все откручивается. Вот у меня и биты есть. Новенькие купил. PH 1, 2, 3, 4. На все случаи. И вот, да, через переходник, вот у меня еще такая вот бита есть, PH3. То есть вот головка на 8 и все, и вот втыкаем. Втыкаем, короче, и откручиваем все петли. Всякие ударные там, ну, в смысле, в основном у меня ударные-то и покупал. Ударом. В общем, как-то так работаем. Продолжаю разбирать. Сейчас двери сниму, кресло, коврики. И посмотрим, что там под ковриками. Вот. Да. В общем, тут отсверлил. Тут шляпка отлетела хорошо. Восьмерка сначала сверлил. Тут вот немножко, ну, держится еще. Потом на 12 еще взял, рассверлил.
А вот тут вот этот болтик, тут бита сломанная, а она каленая или что, не берет, не сверлит ничего. Сейчас получается попробую вот этот болтик вот так наварить аккуратненько и крутануть. Снизу тоже. Тоже сначала на 8 просверлил, а потом еще на 12. То есть должна отвалиться уже. Зубильцем поддену ее там. Сейчас вот с этой хренью воюю. Ее не выковырить, ничего не получается. Эту биту. На крайняк. Сейчас попробую. Если не получится, тогда просто вот как раз вот то, что маленькая болгарочка. Вот так вот и попробую стесать. Пилить я не хочу ее, ну, петлю, потому что там вот надо дверь тогда разбирать будет. Ну, если я так отпилю, то петли-то у меня есть еще, но это надо обшивку снимать будет, там она приварена. В общем, сложно. Буду пробовать наваривать. Ну так, в принципе, блин, я ничего пока и не сделал за это время. С этой вот дверью вожусь. Этот он на этих вот болтиках вообще все шикарно отвернулось и 5 сек. А с этой уже часа 2 вожусь с перерывами. Все, даже коврики, сиденья еще не снимал. Но сегодня хотелось бы разобрать весь салон вот так вот внутри. Принципе, нормально. У меня есть накладка, вот эта вот рем вставка она вот отсюда начинается, вот, и до низу, то есть вот эта вот часть у меня есть. В принципе, можно ее отрезать вот так вот и приварить, и там снизу. Ну это, короче, фигня, дверь это. Мне главное вот пороги сейчас отколотить. В общем, продолжаю. Тут он у меня и такое сверло вот на 8 этим. Там до 10 только, а вот этот хорошо, что она до 13 берет. То есть на 12 влезла. Все хорошо. Работаем дальше. Снял я ближе к вечеру. Дверь все-таки. Задолбался уже. Тут-то нормально все. А вот с этой вот. То, что оно. Вот этот гай. Ну, огрызок. Отбиты остался, я уже их вот такими, у меня есть шарошки, отшарошил вот так аккуратненько, расшарашивал, там разные, вплоть даже вот такая есть, ну, там набор целый. Вот это вот хорошая такая бормашинка большая, у меня есть маленькая еще, но и большой. И вот, короче, расшарошивал. Так и получилось. Болт электродом не получилось приварить. Но он не приваривается. А это еще пока не хочу. Газ, проволоку подключать. Вот. В общем, что тут получается-то? Крыло тоже говно. Вон тут сколько шпакли. Такой слой. И еще вот там я туда углубился. Ну, вот так стойки. Вот так вот стойки нету.
передней. То есть там вот эта стойка, а это еще накладка просто железная. Поэтому накладка у меня есть, стойка она что-то около 1500 стоит, дорогая. Вот, короче, накладку буду снимать, крыло снимать. Крыло у меня новое есть, но я его хотел все равно менять. Тут небольшие жучки, вот, вот это вот все. Поэтому спереди там жучки. Вот такие вот. Такие вот жучки. Такие вот жучки. Так что, ну там спереди я вообще еще туда пока не лазил. Там не видно ни хрена. Ну, в общем, ну крыло это фигня. Это обрубить его тут, обрубить. Заодно, кстати, вот эта болезнь. Вот здесь у меня пластилином залеплено. Вот здесь тоже ржавая. У меня есть вот эта часть, рем вставка такая вот. Такая вот она. Но это надо стекло снимать. И рем вставку сюда вставлю. Треугольничек крыло нахрен. Стекло не знаю. Снять-то это понятно. Там этот. У меня вот этот есть. Ну, шнур вот этот вот. Фиксирующий я купил. Резинки. Резинку не купил. Ну, кстати, надо все равно тут вот. То есть вот это вот. Без снятия стекла не получится. Снять-то я его сниму, наверное, но ставить, как я не знаю, я ни разу стекла не ставил. Тут вот этот замок, даже вот эта железочка у меня есть. Просто вытаскиваем его. И все. И... То есть снять фигня. И по идее там аккуратненько потом его изнутри так чух-чух. А трещина еще. Где его? Вот тут вот. Так что, в принципе, если разобьется стекло, все равно поменяю. Стекла нет, но... Вот. Так что... Вот хотел сегодня уже пороги приварить. А в итоге даже сиденье коврики не снимал. Только... Дверь снял, две двери. Вот что значит хорошие болты и плохие. Коврики насрал тут немножко. Ну, коврики у меня тоже комплект есть. Передний, новый и правый. И задний тоже часть. То есть я коврики тоже вот этот ковер поменяю. А, ну вот там, знаете как. Немного жучки. Немножко ржавая там, чуть-чуть. Ну, это я потом... Вот так вот. В общем, я тут поколупал, чуть-чуть потренировался. Ну, это уже завтра, наверное, буду. Сегодня устал с этой дверью колбаситься. В общем, переднее крыло, пороги. Ну, сзади я еще не ковырял. Когда расковыряю тут вот это вот. Ну вот это сапожок. Я вспомнил название. Вот этот сапожок. Сапожок есть. Нижняя часть днища есть. То есть у меня вот это корыто есть заднее. Есть вставка задняя вместе с поддомкратником. Есть передняя корыто полностью. То есть, в принципе, я могу от балки, ну, вот где кардан проходит, вот это все вообще могу поменять вообще в легкую. Есть вот эта вот вся железная вот эта вот штука вот.
она идет вот так вот до сюда где-то. То есть вот это могу поменять. В общем, железо до хрена, работать только. Автобус там гремит. Какой красавчик, запотевший. Ну, вот, в общем, буду ковырять. До скорого. Ну, до завтра. Пойду отдыхать. Это солнце, он уже там. Ну, где оно? Блин, солнце не показывает на мое лицо. Сфокусировался и все, и не хочет. Шайтан какой. В общем, до скорого. До завтра.